Привет. Эд Риборн. На одном из моих последних стримов мой подписчик Науменков Паша через донатик, за что ему огромное спасибо. Просил меня посмотреть ролик, который называется «Брайан Мапс. Ваш паспорт. Ремикс». Давайте глянем. Надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали. Привет! Нет. Ладно, я смотрю, у вас есть меню. Блять! Так, стоять. Это типа, как, блядь, 55 на 55? Сюда подошли, руки на стол. Куда мы пришли? Сверху, конец света! Где же та кассета? Так, стоять, сюда подошли, руки на стол. Куда мы пришли? У всех в кафе пыль-пыль, вот у тебя дома пыль-пыль-пыль-пыль-пыль-пыль-пыль. Гениально. Пыль-п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 ыль. Ваш паспорт. Ну, музыка прикольная. Что могу сказать? Вроде и прикольно, особенно музыка, да, забавная, но из-за того, что слова как-то, ну, слов очень мало, мне больше нравится 55-55, там, потому что у него прям реально текст прикольно подобран. Здесь только вначале это было, а потом человеку как будто бы стало лень. Из-за этого немножечко провисло. А так, сама музыка классная. Ну и нарядочка самого правильного тоже забавная. Спасибо большое автору, спасибо большое моему подписчику за просьбу. Если вам понравилось, вы знаете, что надо делать. С вами всегда был Реборн, спасибо за просмотр. Пока!